Это совершенно не то, что хотел Путин. Он хотел маленькой победоносной войны, там, образа собирателя земель русских, присоединения Левобережья, или, может быть, даже большей части Украины. Не получилось. Получилась кровопролитная, бессмысленная война, сильно похожая на то, что было под Верденом в 1916 году. Ну, и остается только повышать ставки, пугать, напрыгивать, потому что на поле боя это позитивных результатов нет. Запад постепенно мобилизуется, дает все больше оружия. Надежда на то, что он разочаруется, испугается, решит, что Украина не может победить и, соответственно, от нее откреститься. Надежда эфемерная, но других-то не остается.